Сегодня 10 августа 2014 года. Я Павел Брыков, пресс-секретарь концерна «Стерл». Хочу выступить с экстренным заявлением. На протяжении последних 3 недель Горловка, и в частности территория крупнейшего в Украине химического гиганта, концерна «Стерл», подвергается бомбардировкам. Наносятся удары, минометные обстрелы, украинскими войсками используются установки залпового огня «Град» и даже установки «Ураган». В частности, 5 августа целенаправленно по Серову было выпущено 5 залпов из самого мощного оружия массового поражения из имеющихся на вооружении украинской армии, из реактивных установок залпового огня «Ураган», а также несколько залпов из установок «Град». Бомбардировки на город и химическое предприятие продолжаются каждый день в любое время суток. Официально заявляю, из-за безответственных действий украинской армии жители Украины, России и Белоруссии ежедневно подвергаются смертельному риску вследствие экологической катастрофы, размеры которой невозможно предсказать, так как авария на Стероле повлечет за собой утечку на Горловском химическом казенном заводе, где до сих пор хранится кровный яд мононитрохлорбензол. Радиус минимального поражение с учетом роза ветров, бассейнов рек и акватории Азовского моря не менее 300 километров. И я не понимаю, почему данный факт замалчивается всеми украинскими СМИ. Одно здание именно ракеты. Вот не может связь найти никак. А вот то, чтобы она торчала, это можно и так подкинуть. А то, что именно торчит, да, это да, вот да, оно. Да. А там у нас фотография такая. Фамилия